Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. Что это за утки тут всякие? Ребята, убили мы все-таки Мобзилу, но действительно, как оказалось, у меня была старая версия вот этого мода. Я, в принципе, установил новую версию, и теперь тут можно сказать, не то, что намного больше всего, но как бы есть... можно сказать, свои новые фишки, да. Плюс к тому, ребята, что я заметил, твою мать, если бы я сразу установил новую версию мода, вот что я заметил. Смотрите, ребята, в этом мече, который у нас есть, у него тут 500 урона, то есть в старой версии вот этого мода у него было 250 урона. А в новой версии у него 500 урона. То есть, если бы я сразу установил новую версию, то я бы убил Мобзилу два раза быстрее. Ладно. Убежали, да, отлично. Но, в принципе, ладно, установили, да установили и сейчас. Вот по поводу... Сейчас я открою вот это... гейм-мод, да, только-напросто, чтобы посмотреть, что там есть нового. Давайте посмотрим. Вот, это вот этот раздел, где есть что-то новое, да. Вот. Тут есть, конечно же, новые броньки, ребята. Да, конечно, тут есть бронька Мобзилы, которую, в принципе, мы сейчас себе сделаем, ребята. Так как мне говорили, что с этой Мобзилы должно выпасть, ну, короче, куча вот этих всех ее частей, да, чтобы сделать себе броньку. А нам выпала только одна часть, так как, в принципе, у нас была старая версия этого мода. Но, ребята, мы ее убили, так что я себе взял немного вот этих ее частей, да, чтобы сделать себе броньку, как бы, нормальную, да. Поэтому, ребята, в принципе, я сейчас действительно себе сделаю какую-то, как бы, нормальную броньку, да. Я это взял с гейм-мода, ну, как бы, можно сказать, не то, что начитерил, но просто мы убили Мобзилу, но у меня была старая версия. Сейчас я установил новую версию, так что и взял себе несколько вот, ну, и взял себе, ну, как бы, то, что можно себе скрафтить, вот эту новую броньку, да. По поводу... Сейчас где-то, вот. Что с нее можно делать? Только броньку, да, только. А вот сейчас, как там называется новый меч, который еще на больше урона там есть? Я видел там меч на 750 урона, ребята. Это вообще капут. Как он делается? Ага, то есть он вообще никак не делается. Он... Да ладно, так. Ладно, так, ребята, делаем мы себе вот ту броньку. Вот так. Так, так. Вот так, отлично. Ребята, есть у нас бронька Мобзилы. Сейчас мы ее оденем, посмотрим, что это такое. Ну, конечно, она намного сильнее. Это же понятно, это же бронька Мобзилы, вот она. А вот эту броньку мы, ребята, поставим в сундук. Вот так. Это мы поставим вот сюда, тоже сюда. Давайте вот сейчас немного вот это все пораскладываем в сундуки. Тут что мы можем? Вот это поставить, да? Ух, это... Ладно, давайте поспим. И, ребята, по идее, да, по идее, ребята, у нас же должен появиться The King. Так как в новой версии он уже существует, да? Поэтому, ребята, сейчас мы пойдем на его поиски. Да, в каком он походу, он в этом мире, да, находится, как я знаю. Так, ребята, да, вот The King в этом мире находится. И, в принципе, давайте мы его сейчас найдем, если вот это возможно. Где у нас вот это дерево? Оно, походу, тут, но мы сейчас... Нет, оно не тут, ребята.
Ну, в принципе, да, я же переустановил мод, и, наверное, как бы мир обновился, да, и сейчас вот то дерево, как бы, огромнейшее, да, где есть, вот, ну, где в то огромнейшее дерево из ресурсов, да, оно вот сейчас, походу, в другом месте. Ребята, нам опять нужно искать вот то огромнейшее дерево. Вот сейчас капут, реально, его нужно искать. Текстуры еще не прогрузились. Нужно его найти, и по идее, так как сейчас уже новая версия, да, вот того мода, по идее, он должен там заспавниться на самой верхушке. Так как я обновил вот эту версию, и, наверное, просто-напросто миры заново как бы сделались, да, и сейчас вот то дерево находится в другом месте. Поэтому нужно его, как я понял, опять искать. Или оно вот тут? Да, нет. Сейчас. А почему оно не тпхается? Ну, в том смысле, что я опять туда тпхнулся, да, а меня как бы или обратно тпхнуло, или еще куда-то, потому что вот та стрелка, ну, как бы, которая показывает, где мы ставили waypoint, на котором, где находится вот то дерево, а опять показывает, что оно где-то вот там прямо. То есть оно или вот там, где и было, да? Да, или вот оно там, где было, или, в принципе, или, в принципе, ребята, фиг его знает, где оно. Давайте попробуем так тпхнуться. Если плюс 900, то есть у нас получится тп где-то минус 1200, вот так где-то будет, минус 90. Во, твою мать, я что-то вообще куда-то не туда ты пехнулся. Ух, вот эти еще лаги, твою ж мать. Ладно, ребята, сейчас. Или нет? Уже разлагало. Но оно меня вообще куда-то не тут. А, я уже понял, почему, вроде. Итак, ребята, ты пехнулся сюда. В принципе, я ты пехнулся на вот эту. На вот этот waypoint, да, где мы, в принципе, его поставили, только он не тпхался почему-то, он как бы вот так не тпхает нас на спаун. Но я тпхнулся через обычный тп, да, по координатам. И, в принципе, вот оно, вот это дерево. И давайте полетим на самый верх. По идее, как я знаю, ребят, я не знаю на 100%, я не знаю точно, но почему-то мне кажется, что он должен как-то вот так спавниться. Я помню, я смотрел пару видео, и вот когда находили вот это дерево и просто-напросто к нему подлетали, то он спавнился сразу возле этого громадного дерева. Ребят, может, я что-то не в курсе, может, я что-то не знаю. Напишите, пожалуйста, как его найти. Если вот, например, тут написать King, но тут The King Spawn Egg. Да, то есть тоже нужно 9 штук, чтобы скрафтить вот эту штуку, да? Spawn the King, вот он. Да, как бы он спавнится, но нужно найти 9 спавнеров, чтобы его заспавнить. Вот это немного хреново все-таки, ребята. Потому что мир я обновил, не то что мир я обновил, а версию мода я обновил, и вот эти спаунеры как бы тоже обновили, что нужно вот, ну как бы The King, да, искать вот эти, как его там, нужно искать
спавнеры, да, ну как бы яйца, какие яйца, ну части, да, чтобы скрафтить, чтобы его заспавнить. Но суть в том, что мир остался тот же, как бы версия обновилась, но вот не как бы не появились спавнеры вот этого The King, то есть генерация та же, что и была, спавнеры нету. Ну как это, твою же мать, объяснить? Я что-то хочу сказать, но не могу. Короче, не сможем мы найти яйца вот этого The King. То есть... Как-то это не так звучит, яйца The King. Спаунер The King, чтобы сделать яйца, как бы полное яйцо его спауна и заспаунить его. То есть, ребята, я так думаю, что все-таки нам нужно будет просто-напросто взять обычный спаунер из гейм-мода и просто-напросто его заспаунить, да и все, и не мучаться. В принципе, наверное, что я даже и сделаю, потому что... Мало того, что никак мы даже не найдем вот это, его спаунер, да... то плюс к тому никак мы не найдем, да и все. Давайте я, наверное, сейчас же возьму, ребята, чтобы просто долго не мучаться, не искать вот эти спавнеры, хотя как бы мы их и даже и не найдем. Давайте его нафиг заспавним. The King Spawner Block. Spawn The King. Да, ребята, а мы спавним The King, да и все. Твою мать, громадный. Мне... Ух, вот и лагает. А, ну у меня же тут не настроено вот это. Мне говорили багом его убивать, то есть над ним летать, и он нас сверху не сможет бить, да и все. Ну, в принципе, да, он нас не бьет. А вот этим мечом, зато мы ему сейчас башку-то его раскидаем. Хотя, как я понял... Это не так уж... А, да не, в принципе. Не так уж это и сложно его убить. Просто у него... ребята, у него просто... А, да иди ты в жопу, да дай мне выше тебя-то залезть. Охренеть. Это еще похуже Годзиллы будет. Ну, конечно, похуже. Это как бы обновленная версия. Тут еще намного больше вот этой всякой хрени. Как мне его убивать, если он мало того, что летает, мало того, что лагает так, что я сейчас дурею. 6 FPS дуреть можно. Нет, ребята, я не убью его. Все, прекратились лаги или нет? Мне что, его в закрытом помещении убивать? Или что, я что-то не могу догнать просто. У него такой бешеный реген, что это просто сдуреть можно. Да он даже мне ударить его не дает, конченая же ты гнида! Я подхожу к нему, и он просто-напросто... толкает меня вперед, и я не могу его ударить. О, опять та же хрень. И как мне его убить в закрытом помещении? Да если я его в закрытое помещение поставлю, он же там все разнесет. Да и даже в том суть, что он туда не поместится. Даже если поместится, то также все будет громить и просто-напросто меня отталкивать. Биклаги. Итак, в принципе, ребята, давайте на этом уже закончим эту серию, так как, в принципе, майн опять крашнулся, я уже пришел сюда, так как лагало просто очень. Действительно, ребята, давайте на этом уже закончим вот эту серию, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.